Охрана окружающей среды, лесного хозяйства, оптимизация природопользования. Об этом говорили сегодня главы регионов Приволжского федерального округа в Уфе. Там прошло заседание окружного совета при полномочном представителе президента Российской Федерации. В совещании приняли участие глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель Госсовета Республики Юрий Попов. В Уфе работала и наша съемочная группа. Вопрос экологии актуален сегодня, а проблемы охраны окружающей среды с каждым днем возрастают. Рост городов, развитие производства, увеличение транспорта – все это негативно сказывается на природе. Михаил Бабич, открывая заседание, еще раз отметил важность данной темы. На округ приходится около 16% от общероссийского объема выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и 17% сброса загрязненных источных вод. Ну, что, соответственно, и более-менее соответствует структуре экономики. Экономика Приволжского федерального округа – 20-22, по некоторым направлениям 25% экономики сразу. В ПФО основным источником загрязнения воздуха и воды является транспорт и промышленные предприятия. При этом вред, наносимый природе автомобилями, в несколько раз выше. Об этом говорил президент Башкортостана Рустем Хамитов. В городах необходимо развивать электротранспорт, строить объездные дороги и развязки и увеличивать использование газомоторного и экологического топлива. Опыт показывает, что использование этих топлив снижает выбросы в атмосферу на 25% для бензиновых двигателей и на 20% для дизеля. Одновременно нужно уменьшить число автомобилей, работающих на топливе прежних стандартов. Сейчас Минприроды России совместно с Минпромторгом готовит предложение по введению на эти автомобили экологического сбора. Увеличение бытовых отходов сегодня – это проблема не только крупных городов, но и сельских территорий. Единственный выход из ситуации – строительство современных полигонов. По твердым бытовым отходам все знают, мы строим полигон. Я в своем отчете говорил, и в 2015 году практически мусор будет вывозиться на утилизацию. Строятся полигоны твердых бытовых отходов между муниципальными образованиями, и данная программа, конечно, должна двигаться. Но в регионах, где есть нефть, где есть газ, там намного больше проблем. Эти проблемы тоже обсуждались. И с этой точки зрения республика наша благополучна. В сохранении благоприятной экологической обстановки важную роль играют леса. В регионе лесной фонд занимает 40 миллионов гектаров. Это треть территории. На заседании совета еще раз напомнили о необходимости ускорить расчистку горельников и восстановление лесов. В нашей республике убрано 80% мест возгораний. Это лучший результат. Важно повысить управление лесным фондом, провести лесоустроительные работы. Это позволит развивать промышленную лесозаготовку. Не нанося ущерб природе, в округе можно заготовить 72 миллиона кубов древесины ежегодно. Сегодня этот показатель в два раза ниже. Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика Башкортостан.